кто расскажет об энергосбережении лучше, чем энергетик. Именно поэтому для проведения необычных и не входящих ни в одну школьную программу занятий были приглашены сотрудники каскада Невских ГЭС. Они рассказали ребятам о работе гидроэлектростанций, где они находятся и чем отличаются друг от друга. А также поделились секретом, какие правила необходимо соблюдать в быту для того, чтобы снизить энергопотребление, а соответственно и сэкономить деньги. Закрепить полученные знания ребята смогли в ходе викторины. Некоторые из них вообще не понимают и не знают, и не знакомы, что такое гидроэлектростанция. Поэтому им было интересно и просто о ней узнать, и что они у нас есть, и сколько их у нас. Энергосберегающие лампочки есть у них у всех. Наверное, даже, скажем, лампочки накаливания как раз-таки для них были более новые. Поэтому новое поколение, они уже знают энергосберегающие лампочки. Для учащихся средних классов познавательные уроки, а для без пяти минут выпускников – ознакомительные лекции. Почти как в ВУЗе, и проводят их настоящие профессора – сотрудники Кольского филиала Петрозаводского государственного университета. Для класса с физико-математическим уклоном – лекция по точным наукам. Гуманитарии знакомились с социологией. Знаете, как бывают разного вида рекламные продукты. Рекламный продукт может быть такой, когда вы даете попробовать, да, как вот кусочек колбаски, немножко подушиться. А бывает такое, когда вам рассказывают, эта колбаса очень вкусная, очень полезная, эти духи очень вкусно пахнут. Но тогда у вас не остается представления о духах или о колбасе. Точно так же и, на наш взгляд, продукт вот данного рода, можно сколько угодно говорить, приходите, у нас так классно учиться, вам будет интересно, у нас будет там внеучебная деятельность, у нас преподают люди, которые действительно включены в научный процесс, и действительно ведут исследования, то есть настоящие ученые у нас ведут. И можно прийти и провести лекцию такую, как это будет в университете, то есть дать вот эту форму знания в том ключе, в котором это в университете подается. Уже завтра в рамках образовательной недели откроется еще одно мероприятие – научно-практическая конференция «Юность Севера». Свои исследовательские работы на ней представят полсотни кандалакшских школьников. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.